22 октября в 13:55 в подъезде многоквартирного жилого дома по улице Строителей произошло замыкание в распределительной коробке. Результатом пожара стало закопчение стен и потолка в коридоре подъезда. Пострадавших нет. В этот же день на парковке одного из домов по проспекту Комсомольскому произошло возгорание авто. Случай зафиксирован в 22:00. Огнем была повреждена машина «Лада Приора». Причина пожара устанавливается.